Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем видео, ребят, я сделаю то, против чего постоянно протестую, как минимум сам перед собой, но и вам, честно говоря, никогда не рекомендовал покупать контейнеры. Я их куплю только лишь потому, что хочу показать вам, какова вероятность того, что вам что-то выпадет, если у вас обычный, абсолютно не подкрученный аккаунт. Значит, смотрите, какая интересная штука у нас получается. У нас сейчас на продаже есть контейнеры мистические по разной стоимости. Первое, чем я задался в виде вопросов, даже не вопросом того, какова вероятность что-то из этих контов получить. Меня заинтересовало другое, потому что я, честно говоря, математик как бы такой себе, но если вы вооружитесь точно так же, как и я, допустим, тем же самым калькулятором, то вы определенно увидите следующую закономерность. За два мистических контейнера с вас просят 500 голды. То есть получается у вас стоимость одного контейнера 250 голды за один. Если вы берете себе 5 мистических контейнеров за 1,5 косаря голды, то получается, что один мистический контейнер стоит уже не 250 голды, а 300 голды. В этом наборе, там где их 9, уже 333 приблизительно, да, там не считая какой-то мелочевки, копейки в виде сдачи. В этом наборе по 346 голды за контейнер. И в этом наборе вообще какие-то заоблачные 353. Короче говоря, ребят, я, честно говоря, не совсем понял математику, которой руководствовались. Потому что, как правило, да, ребят, мы как себе представляем, что чем больше ты берешь, тем типа дешевле то тебе должно быть. То есть, получается, по сути, в данном случае, как должно было быть? Для того, чтобы заинтересовать вас, потратить, допустим, там 6000 голды, да, вам должны были здесь предложить не 17 контейнеров. Ну, а допустим, там, я не знаю, каких-нибудь, ну, пускай 20 контейнеров. И в таком случае, если бы вы 6000 разделили на 20 контов, было бы 300 голды, но все равно не подходит, да. То есть, понимаете, вот здесь вот выгодней. Да, я понимаю, что система плюс еще завязана на том, что вы можете себе это приобрести, насколько я понимаю, только один раз, потому что здесь нет, как бы, да, вот, бери не хочу, сколько хочу, есть только вот здесь за 17 косарей, но я, честно говоря, ой, простите, за 6 косарей 17 контов, но я, честно говоря, не совсем понимаю, блин, логику. Ну ладно, хорошо, бог с ней, с логикой, возвращаемся к самим контейнерам. Для тех, кто не знает, что такое мистические контейнеры, хотя я сомневаюсь, что такие ребята есть, значит, посмотрим, что может быть. Может быть, мистический сертификат, который дает возможность получить 100% одну из машин. Список там этих автомобилей такой, что мама не горюй. Зайдем ради интереса, посмотрим. Машин очень много, с 5 по 10 уровень вы можете получить себе, короче говоря, практически все, что угодно, да, там некоторых машин я здесь не увидел, допустим, я здесь не увидел того же самого 10 уровня, там, концепта. Я бы себе очень сильно хотел супер коня, допустим, взять, 9001P у меня уже есть, я очень доволен этой машинкой, да, эти машины, они не сильно хорошо фармят, но они фановые, они прикольные. Я бы не отказался от Бадгера, хотя он абсолютно картонный по бокам, зато с передка у него брони мало. Мама, не горюй. Короче говоря, тройка другая машин, которая меня действительно бы здесь заинтересовала, в этом сертификатике есть. И возможность получить его, ну, как бы есть, опять-таки, но она есть сугубо, так знаете, номинально. Потому что 5% выпадения из мистического контейнера, ну, как бы это очень мало. Я с горем пополам за 8 лет первый раз получил недавно себе фараона, и у меня шансы были 14%. И я попробовал на сколько там, грубо говоря, на 8 разных своих аккаунтах я попытался себе фараона заполучить с разными процентами выпадения, нигде нифига не выпадало, и только на основе, слава богу, у меня получилось за голду его получить. Так вот, ребят, к чему говорю, что кроме фараона за 8 лет мне из контейнеров, из любых платных контейнеров, не выпадало ровным счетом ничего. Все, что я смог получить за 8 лет, это несколько машин из вот этих вот контов, которые вот абсолютно свободно можете открывать с прошествием определенного времени. Я себе, допустим, получил из вот этого контейнера и был, ну, плюс-минус рад, я Сентинела себе отсюда достал. Потом, что там я еще подоставал? Я из вот этого контейнера получил Черчилля 3-го. Стоит в ангаре, пылится, дай бог с ним. Из этого контейнера ничего выпасть не могло. Ну, а здесь за рекламку мне еще выпал как-то М10, вот этот, короче, танчик.
Ну, есть да и есть. Прикольная машинка, но, честно говоря, не тот фановый танк, который я катаю довольно часто. Короче, рассказываю к чему. Рассказываю историю своей жизни в танках, которая мне говорит о том, что ГСН не гони, не надо тебе это абсолютно, не бери контейнеры. Но, ребят, ради вас я потрачу часть своей кровной голды для того, чтобы показать, какие шансы что-то получить. Перед тем, как я это сделаю, я хочу сказать огромное спасибо одному из моих подписчиков, Михаилу. Михаил поддержал меня донатом в трудный для меня финансовый момент. Кто не знает, у меня абсолютно слетело практически все в игре. Мне пришлось покупать новый роутер, и мне пришлось платить провайдеру за изменение IP-адреса. Короче говоря, упал довольно-таки серьезно по моим меркам в финансовый минус. И когда Михаил об этом узнал, поддержал меня донатиком. Спасибо ему огромное отдельно. Миш, привет тебе большое. И победы в боях обязательно. Обязательно покатаем вместе. Ну и благодаря Михаилу снимаю данное видео, потрачу чуток голды, приобрету себе за 1,5 косаря 5 контейнеров. Ну и давайте дождемся начисления контов и посмотрим, что из этих контейнеров мне выпадет. И выпадет ли в принципе вообще хоть что-либо. Я, честно говоря, очень сильно в этом сомневаюсь. Есть возможность с вероятностью 24% получить от 100 голды до 100 косарей голды. Но мне что-то кажется, что это какая-то фигня. Навряд ли мне выпадет 100 голды. Я имею в виду не 100 голды, а 100 косарей голды. Потому что вероятность выпадения 0,01. Это я должен быть настолько счастливым человеком, что в принципе, если выпадет мне 100 косарей голды, я должен сейчас сразу собираться, продавать все, что у меня есть, и бежать в ближайшее казино. Потому что сегодня у меня явно будет суперфартовый день. Ну что, ребят, контейнеры купили. Давайте будем открывать. Меньше слов, больше дела. Первый контейнер открываем, с первого контейнера мы получаем большое, по большому счету, ничего. 2000 свободного опыта и сертификат на 200 единиц свободного опыта, ну, короче, 400. Записываем себе, допустим, 2400 свободки я с этого типа получил. Забираем свою заслуженную награду, открываем следующий контейнер. Со следующего контейнера мы с вами получаем, вау, 3 дня прем-аккаунта и еще раз 400 свободки. Того получается 2800 свободного опыта и 3 дня према. 3 дни према я считать не буду, потому что это для меня вообще никакая не ценность. Поэтому, ребят, давайте остановимся на том, что я, по крайней мере, для себя. Нифига себе! Мне все-таки выпал мистический сертификат. Я офигеваю. Вот серьезно, ребят, это первый фарт за 8 лет. Но не считая фараона, про которого я вам рассказывал, с третьего конта мистический сертификат выпадает. Я обязательно его открою в конце видоса. Но не знаю, у меня уже хоть какой-то там прилив позитивных эмоций, потому что в целом, ребят, чтобы мне сейчас из этого мистического сертификата не выпало за 1,5 косаря голды, я готов взять, в принципе, практически любую машину, даже там 5 уровня. Единственное что, может быть вариант, что машина у меня уже на основе есть, и мне ничего не дадут. 500 голды мне возвращается, ребят, и еще 200 единиц свободного опыта. Того я потратил уже 1000 голды, и плюс еще 400 единиц свободки, получается 3200 из ценного за косарь голды и мистический сертификат. То есть получается, какой бы танчик мне не упал из мистика, я, соответственно, получаю данную машину всего лишь за косарь голды. Последний контейнер открываем, не думаю, что там что-то будет, ребят. Ну вот то, что я и говорил. Хоть в этот раз меня чуйка не подвела, но слава богу, она меня подвела на третьем конте. Итого получается 3600 единиц свободного опыта. Может быть больше, если я сейчас их там пообъединяю, возможно, мне дадут больше. Хватает у меня, чтобы объединить? Да, хватает, чтобы объединить, уже хорошо. Итого получается у меня будет 2000 свободки выпало там, плюс сертификатами 2300, 4300 единиц свободки и мистический сертификат. Ну что, смотрим, что в мистике. Я не знаю, насколько мне фартанет. Очень много из этих машин у меня есть. Я не могу сказать, что все. Шансы мои очень большие получить машину, которой у меня нет. Потому что у меня на основе, по-моему, то ли 49, то ли 50 премчиков. Поэтому, в принципе, шансы у меня есть получить что-то, чего нет. Потому что если я не получу, ребят, машину, которая, ну, отсутствует у меня в ангаре, то я получу компенсацию в виде серой. И мне бы очень сильно этого не хотелось. Потому что на
зафармить себе даже 6 лямов серебра, я всегда смогу, пускай потрачу на это силы и время. А получить машину, ну тут уже под вопросом. Ну что, поехали, держу пальцы крестиком, ребят, на левом глазу слезинка пробивается. Я очень сильно надеюсь, что танчика у меня не будет в ангаре. Да, ребят, я не знаю, хорошо это или плохо, Т-55А. Никогда не играл на этой машине, никогда ее не пробовал. Знаю, что недавно она была на продаже. Забираю Т-55А и обязательно запиливаю видео по полученной машинке. Так что, ребят, в ближайшее время, буквально в ближайшие там несколько часов, я думаю, я справлюсь, у меня получится, и я выложу на обзор Т-55А, который у меня сейчас появился. Ну, а, ребят, для тех, кто не подписан на мой канал, и вы не знаете о моем канале чего-либо, а может давно его смотрите без подписки, ребят, скажу следующее. Если вы за честные обзоры и хотите видеть, какие ваши шансы на выпадение чего-либо из контейнеров, если вы хотите видеть, получится ли у вас заполучить что-нибудь интересненькое в виде машинки и как она будет играться в ваших руках, соответственно, обязательно... Ну, прям обязательно подписывайтесь на мой канал, я показываю танки такими, какие они есть на самом деле, и показываю товары в магазине исключительно без каких-либо приукрашений, ну и, соответственно, реклам. Мне никто за это не доплачивает, а вас я обманывать не собираюсь. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.